отпраздновали День независимости. Продолжаем работать. Одной ногой я в Харьковской области, другой в Белгородской области. Пидоров жизнь ничему не учит. Граница как была, так и остается дырявой. Отпраздновали День независимости. Продолжаем работать. Одной ногой я в Харьковской области, другой в Белгородской области. Пидоров жизнь ничему не учит. Граница как была, так и остается дырявой.